Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находится устройство Huawei Pura 70 Ultra. И сейчас я покажу вам, как добавить отпечаток пальца. Открываем настройки. Далее проходим в раздел «Биометрические данные и пароли». Выбираем отпечаток пальца, и прежде чем мы добавим отпечаток, выберем и установим экран блокировки. Я выбираю тип пароля, ввожу его один раз и ввожу второй раз. Нажимаю «Готово». Теперь выбираем, для чего нам отпечаток пальца, и нажимаем «Регистрация отпечатка». И можем начать прикладывать палец к сканеру. И нажимаем «Готово». На этом всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.